Где мой? Ты где Чебурашку проебал? Они ползут Блядь! Блядь! Иу! Эш, на ножках хватит! Я бы. Бля, только маме не отправляю. А зачем он запись вырубает? Я не знаю. Ютубер. Они ползут Уже гроб нахуй, готовься, блядь, долбоёб. Да не могу, могу помочь, блядь. Больше нету. Что? Понял, бамбу. А, ну всё нормально, красавчики. Вставай. Встал. Вставай нахуй, нам хлоп. Бля, бокс еще один вышел. Мид. Бля, Герб, ты такой полупод. Я испытываю надежду. Да не, вроде экономика пока у всех нормально. После тех же денежки. Уйди нахуй с моей позиции, бля. Казахстан угрожает бомбардировкой. Блядь! GG, бро, GG! Надо пока. Юра перед ним, да, передо мной, вернее, стоит Юра, рядом с ним стреляется, я стою за Юрой в метрах пяти, и мне пули нахуй прилетают в ебаную. Кстати, возможно, еще лонг сейчас выйдет, потому что я проебался и не побежал к нему. А, не, а, да, блядь, вышел лонг один. Ну, если у нас еще. Спасибо. Шоты тут. Она на выход. Нихуя. Хорошо. Найс. Вообще красава, Ваня. Минус 4 балла. Спасибо, блядь, нахуй 12 хп оставил, блядь. Бокс шел. А нихуя. Жадность в рай разгубила, как говорится, блядь. Почему жадность? Ну же, что ж, нагнулся поднять эти тебя. Бля, я долбоёб, я закупился, понимаю, бля, что мог он дроп дать. Ебать, и дал, конечно. Что ты, бля, сказал, сука, я тебе зарежу? Да ладно, я сказал. Пизда тебе, пардон, на. Да пиздишься, сука, Гагарин долетался, а ты да пиздишься, тварь. Мне ещё до пизды, где он там шляет? Плантит. Сука. А где кенты его, блядь? Окно. Найс. Обосрали им экономику. Хи-хи-хи. Она не любит это. Да? Да. Бля, просто пара началась. Вот и молчание. Когда курсовую говорю. Че, выходит, пидорас въебало дает. Ну, блять, харкнул в ебать. Блять, они серьезно вдвоем сейвят, блять, это пиздец. Блять, я в соло вытащил клатч 1 в 5, блять. Они 2 на 2 вытащить не могут. Позорно.
сидите, ждите, главное не пусти. Сука, Юра, назад, нахуй. Хотя ты сольёшься, ничего не будет. У меня вот... У них это... Hello there. Нифига у них не окажешь. Пизда тебе, шмара ебаная. Ну ладно. Я кукуха уже еду. Ты видишь, сколько бабок? Да, я богатый уёбок. У... Денег так да, много. Да, сука, удачно вышел, пацан. Бля, чувствую зеленый у тебя, блядь. Если на натуре ютуберов, то тебе только смешные моменты, блядь, записывать. Ой, а ваперы, блядь. Юра, в отпуск! Он каленый. Вы ебанутые? Все, сидим нахуй, я не пойду. Я сказал. Это, слышишь, ютубер, скажи там свой это там, ник-ник. Да, это ссылку на YouTube поставь. Подпишемся, так уж и быть. Плюс 3 подписчика профит у тебя, как говорится. Все обратно! Казахстан угрожает бомбардировкой! Казахстан угрожает бомбардировкой! Не очко, не очко, не очко. Свен, заходи спины быстро. Фасно, заходи. Ты задолбал. Иу! Эш, на нож хохла, блядь. Хорош, хорош. А, один на респа. Стой, может тоже на нож нахуй? Один патрончик. Ой, шор! 12. На нож хочу! Нет, нет! Нет! Он все равно не успел, он не успел. У него диффузов во-первых нет. У него диффузов нету. Аллаху Акбар. Ну, блядь, просто кибертаблетный нахуй. Я не знаю, как это назвать. Может, заплатите, блядь, срочно кушать, бежите, блядь. Чё? На минуту. Сын депутата чек. Блядь, блядь, я нашел, пацаны. Чё, сколько подписчиков? 56. Машина для убийств. Сколько? 56 тысяч? Нет, просто. Нет, просто. Нормально, начинающий ютубер. И канал дохуя должен быть, но его канал сам первым вылазит. Он снимает Майнкрафт и мувики. Да. Никто не пошел. Может, он пушит? Ты не вылазь, не вылазь, не вылазь, не вылазь, не вылазь. Ты тупой еблан, дай кинуть. Режь, хохла. Юра, да, блядь. Да он ебаный, блядь, орёт на нож, блядь, а сам, блядь, стреляет в него попуск, блядь. Ладно, пацаны, спасибо за игру, давайте, удачи. Ты чё, больше не будешь? Да я пацанам, которые с нами поставили. Видеоблогеры.